Привет! Мы с вами в кинотеатре «Корстон», и это значит, что в эфире новый выпуск программы «Киношка» на канале ОТВ с обзором киноновинок недели с 30 мая по 6 июня. Поехали! И первая наша новинка – российская семейная комедия «Манюня. Приключения в Москве». «Манюня» возвращается на большие экраны. Совсем недавно, в декабре, мы наблюдали новогодние каникулы «Манюни», а сейчас у «Манюни» наступают летние каникулы, которые она проведет в Москве. Отправится в удивительные приключения, ее ждут новые знакомства и новые удивительные друзья. Смотрим трейлер «Манюни». Добро пожаловать в Москву, Роза Иосифовна. Ну, здравствуй, Григорий Савельевич. Ты никогда не бывал в мире, в нашем городе света. Где дети? Ну, как где? У нас пропали три девочки. Рыжая, длинная. Значит, ты не беда. И ходячий Армагеддон. С детства не люблю клоунов и юмористов. Мы попали в логово шпионов. Нам надо быть незаметными. Помогите! Вот это поворот. «Манюня. Приключения в Москве». Следующая наша картина – «Леденящий кровь» – триллер. Незнакомцы начала мая и Райан решают отметить свою пятую годовщину поездкой на пикапе через всю страну. Но тут они вынуждены остановиться в небольшом городке, где их появление у всех вызывает интерес. И даже они вынуждены там остаться на одну ночь. И они не подозревают, что эта ночь для них может стать последней, ведь к ним в дом заходят таинственные незнакомцы в кукольных масках. Так себе народ. А Тамара здесь? Нет. Это было стрёмно. Ты самый большой грязнуля на свете. Господи! О, Господи! Запрети! Бежим! Почему вы все это делаете? Потому что вы здесь. И последняя, третья новинка в нашем обзоре – прекрасная мультипликация «Суперптички. Улетная миссия». Главный герой мультфильма, птичка Джонни, обладает суперспособностями. И со своими друзьями он должен отправиться на сверхсекретную миссию, чтобы спасти свой родной город Аотто фон Маржа. Добро пожаловать в Тайгисвиль. Этот снежный городок охраняют суперпташки. Фантастическая пернатая команда супергероев. А завладеть этим городом мечтает суперзлодей. Инженер Отто фон Морж готов пойти на все, чтобы одолеть суперпташек. Но на то она и команда с приставкой «Супер». Так мегамозг команды. Диди – модница и спортсменка. Пай – самая быстрая. А самый юркий из пташек – Тик. И, наконец, встречаете Джонни Пуфа. Он экстремал и рок-звезда. Вместе они – защитники Тайгисвиля. Суперпташки – улетная миссия. На прошедшей кинонеделе хочется отметить удивительный старт российского супергеройского кино «Майор Гром. Игра». Картина на своем стартовом уикенде смогла обогнать недавно вышедшую фантастику 100 лет вперед. У картины высокий рейтинг больше 8, и много поклонников уже на первые сеансы заполняли залы кинотеатров по всей стране. Так что, если ты не посмотрел еще «Майора Грома», ждем тебя в кинотеатре «Корстон». И продолжаем вас знакомить с новинками грядущего будущего. И впереди у нас прекрасная анимация, которую мы привыкли смотреть зимой, но в этот раз она выходит летом. Встречаем трех богатырей «Ни дня без подвига». Картина в прокате уже с 27 июня. Ой,
это с ним? Нервный какой-то. Чай крепкий пьет. Много. Значит так, у меня важное сообщение. Собирайте весь народ. Этим летом смотрите новые подвиги богатырей в кино. Вот умора будет. Три богатыря. Ни дня без подвига. И в завершение нашего выпуска пора разыграть билеты в кино. И следующий фильм, на который мы разыграем билеты, это «Манюня и ее приключения в Москве». Вопрос будет следующий. А какой самый кассовый детский фильм был прошедший весной? Тем более наступило лето, весна закончилась, и время подвести итоги. Ваши ответы оставляйте под выпуском программы «Киношка» в комментариях ВКонтакте. Это была программа «Киношка» с обзором киновинок недели. Не забывайте приходить в кинотеатры по Пушкинской карте. Пока!